Как осознать свое «я»? Вот вообще, как осознать что-то? Когда великие гуру и наставники говорят «осознай, осознай, осознай», или коучи говорят «осознай, вот мы сейчас осознаем». Ведь там же не об осознании идет речь. Совершенно. Там идет о понимании. Угу. То именно понимание. Поверхность. Поверхность. Которая как пленка лежит. Просто даже глухая пленка. Вот отделенная программа ума, которая может понимать, она варится в собственном соку. В это время у человека работает только над сознанием. Мы поэтому все время этих людей видели роботами. Угу. Потому что там подсознание не задействовано. Оно транслирует готовую картинку от коллективного, и все. А дальше туда информация назад не поступает, связи нет. Грязное зеркало, оно забито, фильтр забит настолько, что уже все, клака заливает дом. Угу. И в том же коучинге во всем осознание у человека не наступает. Осознание – это передача информации из разума, из подсознания в надсознание, в реальность. То есть из психического мира в физический мир. А человек на сегодняшний день работает с пониманием. Это передача информации из физического мира в психический. Угу. Знаешь, что такое осознание? Ты вот я сейчас просто немножко так прочувствовала. Осознание, Наташа, это когда ты вышел, ты давно уже из себя вышел, ты находишься где-то, да? Осознание это как приходит, это когда ты, находясь вне, вдруг ты четко осознаешь точку себя. Вот именно там. Свой дом. Свой дом. И ты в этот момент ты конкретно чувствуешь себя здесь, но ты уже там. Но при этом понимаешь, что только отсюда ты чувствуешь вот это. Ты, то есть как две точки у тебя. Да. И вот осознание, и тогда с двух сторон идет осознание. То есть это осознание – это когда ты, по парадоксу, Наташа, ты себя одновременно чувствуешь, осознаешь и там, и там, там, и там. И чувствуешь себя, да. И там, и там. Чувствуешь и там, и там. И нет никого другого. Ты четко осознаешь. И вот это вот между тобой, ты осознаешь вот это тоже ты. Да. Нет никого. Это, Наташа, знаешь, на что похоже? Когда ты стоишь перед зеркалом, закрытым, завешенным, и не кто-то тебе, а ты сам открываешь зеркало. И смотришь на себя. Смотришь. И ты можешь его закрыть и открыть, когда хочешь. Ирочка, осознавая эти вещи, смотри, как мы близко подошли. Тогда нет расстояния. Да, я тоже об этом. Я вот сейчас прям словила это. Тогда идет мгновенное проявление информации. Ты просто снимаешь... Ты просто грязь, снимаешь одеяло. Грязь зеркала. И тогда все, что говорили о том, что там телепортация и так далее. Да. Вот это здесь. Психические способности. Знаешь, сама суть в чем? Что когда ты сам открываешь, то для тебя вот эта дельта... Смотри, я произнесла сама, а сама после расстояние произнесения нет. Поняла. Расстояния нет, даже суть не в этом. Это понятно, да, тоже суть есть в этом. Но тут суть, смотри, у тебя вдруг это расстояние становится не важным, а простым покрывалом. Представляешь? То есть шторкой. Блин, я не знаю сейчас, как на язык даже положить то, что вдруг в моей голове прояснилось невероятной силой. Ты просто снимаешь, и ты чист, и ты видишь себя. Конечно. То есть ты готов, как это сказать, это не готовность, Наташа, это... Я даже не знаю, как это положить. Это, Наташа, ведь ты видишь себя, стоящего здесь, перед тобой. Ты видишь такого, какой ты здесь стоишь. И нет больше никого. И есть только шторка. И если там стоит кто?
Готов ли ты увидеть себя настоящего? И человек что делает? Назад одеялка. Назад. Это не я, это не, как тот ежик. Это как это? Я не пугаю. Пугаю, это не я. Это не я, это не я. Вот она суть. Да. Блин, а тебе надо снять и увидеть. И ты увидишь любовь. Прикинь. То есть это как сказка о маленьком цветочке, я сейчас тебе скажу. Когда девушка эта должна была в себе, такая любовь в ней проснулась, что она зверя, которого боялась, она его искренне полюбила. Искренне саму себя. Вот он у меня прашки, маленький цветочек. Маленький и он цветочек. Превратился в принца. В ее половину, то есть половинку целостность. Она стала счастье, да? Любовь. Она искренне полюбила чудовище. Точно так же открываешь, а там стоит. И это ты. Представляешь, и ты понимаешь, что, а человек что делает? Это не я, это не я, это не я. А ты полюби себя. И все, и фу. И ты видишь себя настоящего, красивого, чистого, искреннего. Ты соединяешься. Как это полюбить себя? Это же грех. Это же да, эго. Так я же говорю, видишь? Да, это же грех. Это же уйди. Спи, сын мой. Спи, дочь моя. Радуйтесь малому. Золотые цепи, золотые стены. А при этом это же наш добровольный вынос. И поэтому это тоже получается мы. Это наше же. Мы. Да, да, да. Мы эту ерунду создали. Это все создание сознания человека. Да. А про 3000 лет ресурса, скажем? Ну, ты знаешь, когда-то об этом надо начинать говорить. Это вообще невероятные. Это невероятные вещи. Вещи, но они есть в психике. И понимаешь, какая разница, мы об этом первое скажем, или потом наука придет, а она придет к этому, по-любому придет. Чуть-чуть еще надо докопать, доуглубиться, и она это откроет. Я думаю, через ДНК она откроет. Она знаешь что? Исследуя ДНК, определенные моменты раскопает. Да, но при этом должно позволить, внешнее позволит. То да. есть мы должны позволить. Чтобы это не звучало абсолютной шизофренией, да, и утопией. Да, да. На самом деле, психике человека заложено ресурса жизни физического тела, не психического, а физического тела, да, от 3000 лет. Да. А теперь давайте прикинем, сколько живет по образу и подобию цивилизация? Так вот, если взять Матка, физическое такое? Тело, и что в нем, когда рождается ребенок, чистый свет, да, он внесет в нем ресурс на 3000 лет жизни. Прикинь, вообще просто. 3000 лет жизни. Несет вот это 3000 ресурса. Ресурса силового и светового. Это какие возможности? И какие возможности мы закрываем? Смотри, это запас прочности тела. Как надо эксплуатировать, да, свою машину, да, чтобы она за не 70 ухаживает. Лет сдохла? Да. Как надо ее загадить, не мыть, не менять масло, как эксплуатировать мотор на повышенных оборотах, как она должна пыхтеть и распылять, есть некачественное топливо там и так далее, чтобы за 70 лет убить трехтысячелетний ресурс. Представляешь? Вдуматься это просто... В психике ресурс физического тела на 3000 лет где-то. Три источника по 1000. Как три батареи по 1000. Угу. Какой запас! И какой? Батарейки! 1000 миллиампер. У человека три батарейки стоит по 1000 миллиампер. Блин. Только там по 1000 лет. И этот ресурс рождается в каждой семье. Да. И ты можешь, это к тебе пришел источник ресурса. Блин, живая вода пришла, вечность тебе пришла. А мы что делаем? Мы гадим так,
что эта вечность превращается в болото. Представляешь? Да. И мы думаем, как это, знаешь, как говорят, а какая мне разница, какая у меня следующая жизнь? Я здесь вот нагажу, а какая мне разница? Я здесь зато кайфану, юху. Да, вот оно, загаживание источника. И все, ты где? Осознание, когда перетекает, оно знает, что да. у него вот эти 3000 лет да. есть. И игра планируется на осознавание, да, сразу на 3000 лет. Угу. Первый вход в игру – это сразу минимум 3000 лет. Да. И получается, что сознание, оно обречено. То есть там вот этот цикл день-ночь – это 3000 лет. День-ночь и пробуждение. И получается каждый раз вход сознания на 3000 лет. И на следующем уровне это тоже день-ночь, замечу. А значит, там будет еще больше цикл. Помнишь, как мы циклы расписывали? Да, у нас да, есть в одной книге расписаны эти вещи. Да, я знаю, что это, конечно, невероятные штуки. Тут говорят про цивилизацию, а на самом деле эта цивилизация идет из одного сознания. Из одного источника. И каждое физическое тело, которое содержит это сознание, уничтожается. Так сейчас хотя бы вот уже люди по 100 живут, даже 120 есть. А раньше и меньше жили. Уничтожали еще быстрее. Но самое главное, что загрузка поломанного обеспечения программного именно по старению, она идет первые 3 года жизни. Да. Вот в эти 3 года загружается старость, как вирус. Угу. Шаблон старости. И даже можно, вот даже если сейчас, вот те, кто будут смотреть нас, могут думать, что мы чокнутые, говорим всякую хинею. Просто взять программы. Мы имеем право говорить да, любую хинею. Возьмите фотографии 100-летней давности. Как выглядела женщина в 30 лет? Я это говорю абсолютно спокойно, потому что я видела фотографию моей бабушки. Там было, ей было 42 года. Она выглядела точно так же, как она выглядела потом в 86. То есть та же хусточка, тоже морщинистое лицо, тоже морщинистое тело и так далее. То есть у нее старость пришла с гибелью мужа. Вот муж погиб на фронте и все. И с ней вместе с гибелью мужа пришла старость. И вот если посмотреть фотографии женщин там в 30 лет и сравнить женщину сейчас в 50 лет, так вот женщина сейчас в 50 лет выглядит моложе, чем женщина в 30 лет 100 лет назад. Не все. Были и 100 лет назад такие женщины, которые более-менее досмотренные были. Но возьмите крестьянскую обычную бабу, на что сейчас ориентируемся, на широкие массы, на коллективные, да. Вы увидите, что вот эти моменты, когда программное обеспечение вносилось, рождается свет, и в него вносится, каким ты должен быть в 30, в 40, в 50, в 60, в 70. Все это прописано программным уровнем. И если ты приходишь сюда, тебе еще коллективное помогает, да, приходит и говорит, тебе 40 лет, а у тебя климакса нет? Ты что, сумасшедший, да? 50 нету? 60 нету, блин! А что далеко ходить? В школу ребенок приходит и сразу в книжках. Мы живем столько-то лет. Да. Все, прописывается. Это все загружается из коллективного. Ребенок, вот этот вот навоз загружает сразу программное обеспечение. Вот оно. И тогда мы с тобой к чему пришли конкретно? Что мы осознаем? Парадокс какой? Мы продуцируем коллективное, да. И оно уничтожает нас. При этом это как память, эксперименты. Наша память – это то, что нас ведет к деградации, то есть тяжесть. И при этом мы без памяти. Это нас... Нас нет. Но именно память – это тот груз, который мы тянем и исполняем. А при этом без памяти невозможно, да? И тогда, если включив разум, ты начинаешь память свою чистить. Чистить, и тогда у тебя чистая флешка, да? И у тебя появляется
память превращается в знание, просто знание, но нету груза. И ты идешь, получаешь, ты живешь в жизни с памятью, да, с памятью, потому что и в разуме, и у тебя эта память не является тем тяжелым грузом, а ты просто... Знаешь, что напоминает? Вот легче будет восприниматься. Есть компьютер. У компьютера есть базовое программное обеспечение, да, винда там стоит, и к винде там какие-то программы приложены. Угу. Они занимают место на диске какое-то, угу. Да, диск С под них выделен. Угу. Это то, что у тебя в компьютере. А дальше все то, что ты живешь, пользуешься, смотришь и так далее. И ты можешь забить ресурс компьютера так, что все твои гигабайты будут загажены мгновенно. Да. И твой компьютер становится. И вот твой компьютер смерть. Будет зависать. Старость, да, и вот тянуть. На смерть, да. Да. А если ты будешь чистить, то есть ты хозяин, опять-таки. Разгонять. Ты хозяин, ты будешь заботиться, чистить. И у тебя он будет тебе во благо. Вот наше тельце, оно во благо. Ты будешь жить в жизни, кайфовать. И вернемся к 42-летней женщине, что ты говоришь. В 42 года выглядела как 86. А почему? У нее погиб муж. И что человек сказал себе? Значит, у меня уже жизни нету. Да. Ну, уже что есть, то есть. И у меня уже выключается ресурс. Так я все детство помню, как бабушка все. Говорила. Я жду, когда меня Бог призовет. Вот. Мне папа все время говорил, ай, что жизнь, 70 лет и хватит. А я маленькая. Я говорила, папа, зачем ты так говоришь? Мы можем жить, я малая говорила, мы можем жить столько, сколько хотим. Ну, конечно. Я говорю, так ты зачем говоришь, что 70? И вообще, говорю, ты живи, радуйся. Он до сих пор вспоминает, что я такая была. Вот это об этом. Человек сам выключает себя. Он отключает себя от источника. А почему, Наташка? Интереса нету. Да? Только интерес. Это и есть наш вечный ресурс, бессмертный. Да. Через интерес эти 3000 лет только можно выдержать. Идут, валят, да, когда тебе интересно. И теперь смотри, у человека все время будет соблазн. Тебе интересно? Обслужи. Да, да, да. Подари, да. Отдай, да. Еще что-то. Да, да. Ты должен нам. Ты как должен. Это? И тебя коллективное, которое ты выделяешь для того, чтобы играть с собой, оно будет тебя все время увлекать на наружный дай, контур. Да, да, дай, 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 ты должен. Угу. И если ты будешь метать бисер, как говорил Иисус Христос. Да. Вот оно. Ты получишь, распылишь себя. Да, ты распылишь ты себя, распылишь, потому что с этим потому ты распыляешь что ты будешь стараться быть хорошим. Ну да, я же хороший, я искренний. На-на-на-на-на. А там... Не то сознание, которое готово эту твою чистоту, искренность. То есть ты по сути своей, ты расплескал свой сосуд жизни. Ты распылил свой ресурс, свой ты отдал ресурс. Свою батарейку. Да. И взамен ничего не получил, обмена не произошло. И причем, ладно бы отдал действительно чистому источнику, да? Тогда бы оно тебе вернулось. Оно бы вернулось. А ты просто взял и выкинул в навозную кучу, прикинь. Да, 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 да. Это как выкидывать в навозную кучу. Блин, мы даем такие четкие образы, угу. Понимаешь, на словах это на словах объяснить то, что ты видишь. Угу. Вот эти линии перейдут да, в эти да, линии, да, этот да. тетраэдр в этот, а эта геометрия сложится. А ведь это. Благодаря этому у нас и складывается. Поэтому мы понимаем, суть. О чем мы говорим. Да. Мы просто это положили на образы, на примитивные. А на самом деле за этим стоит математика и геометрия. Да, мы-то на них да. опираемся, ну, когда вот. Сами осознаем. Да. И именно в книжках мы и разрисовывали это все и послойно, и в геометрии, и во всем. И с осознаваниями, для того, чтобы человек мог хотя бы воспринять то, что мы говорим. А вот смотри, кстати, наша черная книга, она наполнена вот именно вот геометрией, вот этими линиями, этим. А смотри, что дала черная книга нам. После черной книги, с какие знания пошли. То есть наш мозг выстроился. А смотри, как она фильтрует людей, кто занимается инфодаймингом. Да. Тот, кто не может прочесть черную книгу, он и останавливается. Все. Оно то, я осознаю, принимаю, да, и ты размазываю да, себя все. По внешнему да, контуру. Я да, пришел да. в инфодайминг денег заработать. Да. Вот всех зарабатывающих все. Денег она отфильтровала. Да, одна книга. Да, да, да. Одна книга всего лишь. А дальше только те, кто по интересу. А именно она как врата. Знаешь, как фильтр по интересу. Фильтр. Она мы ее черной сделали. И мы черной сделали. Офигеть, смотри. Даже не поняли. На автомате из разума шли. Ты посмотри. А она именно фильтр. Блин, она именно та дверь. Дверь. Блин, у меня сейчас мурашки по телу. Мы-то заходили, и она, заметь, золотая дверь. Да. Золотыми буквами специально делали. Да, так мы же и осознавали это. Вообще просто. Это территория черной. Да. И именно она, фильтр
тот фильтр. Блин, я не могу. И в реальности она конкретно отфильтровывает людей, кто не может это прочесть. Да. Кого колбасит, как муж говорил мой, как носит, когда ее читаешь. И тогда кому благодарность? Получается, смерти. Смерть. Именно настоящей, которая именно из жизни переводит человека в следующую. Да. Перезагрузка. А, оно и белой, и черной, да? Но суть смерти – благодарность. Потому что благодаря этому фильтру, да, ты... чувак, не прошел. Ты перебрасываешь следующий уровень, да. Опять ты свои вот эти вот рюкзачки какахи кармические, ты их перекидываешь. Для того, чтобы двигаться вверх или вниз. Но двигаться. Знаешь, как, что это напоминает? Это вот как такой раз рывок подтянулся. Либо же раз рывок съехал. Но в любом случае жизнь – это рывок. Смотри, фильтр. Блин, Наташа, я офигеваю. И после этого фильтр проходишь черный в чистом интересе. То есть это как проверка, да, как лакмусовая бумажка. Проходишь, и после этого Наташа белая открывает. Фух, родился белый. Родился. Прикинь, вот этот чистый родник, чистый, фух. Белая встретила, вот она, пум. И я поэтому они всегда вдвоем приходили. Они всегда вдвоем. И они правильно. Приходили, потому что мы были на чистом интересе. Да, да. Блин, я сейчас... И так вообще просто невероятно. И поэтому давали всю психотехническую базу сразу на работу вчетвером. Две ты, две я. Да, 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 да. Твое надсознание, подсознание, мое надсознание, подсознание. И дальше ну, так полная же, как, симметрия. Как день, ночь и рассвет и закат. Да. Четыре. Две мы, две я, две ты. Да. Все по образу и подобию. Ну ты посмотри, как мы книги с тобой сделали. Ты посмотри. На одном дыхании. Ты посмотри. И просто записывай. Заметь, была полностью выключена лень. Не было момента, ой, завтра напишем, не еще было. Что-то. Все было интересно. Сейчас. Был не... Вспомни, как мы были. Ты еще... Был такой, он до сих пор у нас, а сейчас интерес еще а больше. А сейчас расширяется интерес. Да. Смотри, сейчас идет переход на другой уровень. Сейчас так, как мы с тобой распотрашиваем коллективное, Юнг отдыхает, и все остальные отдыхают. И все вот эти манипулятивные базы, которые давались НЛП, в гипнозе, то, что под мы грифом секретно, просто... такой детский сад, да. Вообще. Свое секретно. Обман, ложь. Огонек гаснет. Да. Можно туда папочки с грифом секретно. 100%. От сознания не уйдешь, то есть не скроешься. Не скроешься. Чистый родник, чистое сознание – это вечность. Оно, ты его не загубишь, это вечность. Это вечность. Оно всегда просочится. Всегда. Ну, я просто, смотри, мы с тобой когда шли тогда, помнишь, сколько у нас было... И мы, на самом деле, мы записывали все, да, все, что шло. Мы записывали все, но при этом мы многие вещи мы не понимали. Мы больше их записывали, как, знаешь, как по сути своей, под диктовку. Под диктовку. А в какой-то момент, помнишь, вопросы начались с нашей стороны. А как вот они начали отходить, да? Делайте сами, да, там вот это. А мы не можем. И потом мы, а как это вот, да? Потом поймете. Потом. И мы, смотри, это мы были вынесены сами. Мы были вынесены, да. Но при этом, смотри, какая точность а была. А мы были вынесены, потому что мы их из себя вынесли. Да. Но при этом какая точность. И посмотри, и ведь мы спустя время, вот, да, сколько раз мы так идем. Блин, так это ж вот об этом. Это ж тогда было это вообще, это еще больше укрепляет в тебе силу. Только теперь еще на этом больше. Уровне уже не выносишь. Не выносишь, ты уже это целостен. Черное-белое к тебе пришло. Нет, это я. Я. Ты уже целостен. И у тебя и другое восприятие, другое совсем. Вообще, смотри, вот научиться видеть в людях свои зеркала. Ведь на самом деле это очень большой шаг в сознании. Я даже смотрю сейчас на наших девчонок, кто занимается, мальчишек, и я вижу, им это очень тяжело дается. Да, да. Вот я переписывалась вчера, опять вечером, и я понимаю, насколько тяжело дается увидеть в каждом «я». Угу. Особенно, когда там заболевание какое-то. «А, я таблетку! А, я вот это! Ой, мне там то!»
нету целостности, есть размазанность. Я могу понимать умом, но если нет не хозяина. Наступили эти осознания, если нет хозяина в доме, угу. если нет то хозяина в теле, чужие. То там... А ты возьми свой дом, вот возьми свою квартиру, свой дом, открой двери и уедь на месяц хотя бы, да? Ты приедешь, что будет через месяц в твоем открытом доме? Хозяин ушел. Все, ты свой дом уже не найдешь, ты его, он будет разрушен. Не узнаешь, да. Вот оно, вот. Вот так люди и живут, да. Пуская чужие сознания в себя. Угу. Пуская в себя коллективные мысли, коллективные идеи, коллективные задачи, коллективные планы. Вот, это оставленный дом на разграбление. На раз, да. Ты не хозяин, ты ушел, ты оставил свой дом, даже не подумал о том, что это твой дом. Что это твое тело. Что это твое тело. Ты приходишь на наемную работу, у тебя начальник, дай денег, сотрудники виноваты, а этот то не сделал, а это то, все, у тебя нету дома. И в это время вот эти сотрудники, начальники и так далее, да, свекрови, родственники, какие-то соседи еще, они все в твой дом ходят, пьют, курят, да. гадят. А ты потом приедешь и будешь с этим разбираться. А ты только думаешь, а потом ты заболел, вот приезжаешь, да. а дома это, ты да. болеешь. И все. Ты болен. Ты и только думаешь, что вот это этот разрушил, этот нет, это ты, дорогой, уехал, ты не стал хозяином своего тела, ты покинул. Ты покинул свой дом. Вынес. Ты вынес себя и размазал по забору, и смотришь на свой дом. А, это не мой дом. Угу. Угу. А на самом деле вернешься домой, будет тебе счастье. Ты увидишь там себя настоящего. Главное не испугаться. И полюбить того, кого ты увидишь. Вот это будет настоящее, это тот самая единая любовь. Теплая. Да. Самая исцеляющая любовь. И вот этот парадокс, понимаешь, когда вот мы изучали же теневую часть, да? Ведь точно так же теневая часть состоит из двух частей. Да. Мы изучали теневую часть. Сперва сатана, любовь, да? Идет принятие. Как бы это ни звучало сейчас, что сатана, любовь, вот оно так и есть, да? Вот эта теневая часть все абсолютно продуцирует нам для проживания через опыт, через любовь. То есть сразу сюда мы рождаемся в любви. Как ребенок мы приходим в любовь. Мы приходим с любовью. Изначальный план прийти в жизнь с любовью. Точно так же каждый сюжет, каждая птичка, каждое растение, все сюда идет с любовью. Это одна часть. Это именно темная часть. Но там есть светлая часть. Вот эта светлая часть, это то, что мы отправляем туда сами. Что мы туда отправляем сами, когда мы покушали, попили, сытно и забыли поблагодарить самого себя, забыли поухаживать за собой. Да, и не смыли кнопочку на белом унитазе. Вот это все и отправляется ровненько к нам в белую часть. И при этом, да, и при этом не находясь в разуме, как бы не было парадоксально. Разума тогда нет. Мы как нету. В себя закидываем бездумно, без разума. Как при ожирении. Зависимость. Человек ест и вообще да, вот не думает, что он туда закидывает. Это зависимость. Зависимость от еды, зависимость от коллективного, зависимость от отношений, зависимость от всего. Зависимость от жизни. Зависимость от жизни, так и есть. А это, кстати, мы разложим в этот жизнь. И тогда, да, мы разложим. Да-да-да. И тогда мы ругаем жизнь, да? Ай-яй-яй, какая жизнь сложная. Я когда это слышу... Судьба. Какая жизнь сложная. Судьба у меня тяжелая. Или там у него тяжело. Я когда это слышу... Равно. Как глуп человек. Мне сразу. Или как туп человек. Кстати, уже туп, глуп не воспринимается, уже пуст. Пуст, именно пуст уже воспринимается. Пуст, вот пуст именно человек. Так. Просто... В доме пусто, у него да. сквозняк в доме. Да, да, да. И как русский язык это все передает великолепно. Я просто вспоминаю бабушкины выражения, как она говорила. О, это пустотя. Моя тоже так говорила. Пустозвон, пустобрех. Еще что у нее там было такое. Пустое. Все из пустоты. Вот в понедельник у нас что, зависимость, да? Зависимость. Интересно будет.